Всем здравствуйте! Отличное решение, которое легко позволит генерировать пароли прямо в браузере, чтобы никуда не надо заходить, искать онлайн-генераторы, все по одному клику. Давайте покажу, как это все работает. Устанавливаем решение вот здесь, я просто одним кликом. И нажимаем сюда. Вот оно у нас здесь открылось. И нажимаем на него. Выбираем количество символов. Давайте 10 поставим. Генерировать пароль. Вот, у нас 10 символов. Также давайте вот это включим спецсимволы. То есть запятые и все так. Также мы включим. Так, да, да, да. Давайте 99 символов. Самый длинный пароль. Пусть у нас будет со всеми этими иероглифами. И еще, ну давай, также можно увеличивать или уменьшать символы вот этим способом. И давайте посмотрим, что у нас за пароль получился. Ставим его, примерно, вот сюда. Вот, вот примерно такой вот ключ получился. Кстати, ограничение здесь сейчас посмотрим, какое на символов. Так, ну, максимальное количество символов примерно вот такое. Ага, вот уже не генерирует пароль. Все, он завис, видите? Все. Так, значит, максимальное количество это около, наверное, вот такого, наверное. Так, вот столько сможешь сгенерировать? Вот. Вот смотрите, вот у него, в отличие от обычных генераторов, нету практически ограничения по длине. То есть вы можете вот настолько огромное вставить. То есть у вас просто невзламываемый пароль будет. Смотрите, его просто ну, нереально взломать перебором пароля. Просто перебором символов. Такой пароль просто не физически нереально взломать. Нужно десятки миллионов лет, чтобы его взломать. С обычного компьютера, по крайней мере. Ну, пользуйтесь данным расширением. Мне практически понравилось то, что вот можно отключить, например, вот только, пусть вот эти вот только цифры будут, например. Или вот только вот это вот, только английские символы. Теперь давайте вот это посмотрим. Только заглавные буквы и спецсимволы. То есть запятые, капслоки и все такое прочее там. Также вот такой, также вот если вот так писать, вот так вот, смотрите, нули вот первые ставить и вот. Тоже он будет вот так распознавать вот в таком варианте. Видите, вот. То есть, перед нулями всегда он ставит единицу. Вне зависимости, какую вы цифру ставите. Видите? Либо последнюю цифру. Вот так вот. Ну, пользуйтесь. Всем удачи. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Если есть вопросы, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Ну, всем удачи и хорошего вам настроение. Всем удачи и пока.